Ты заметил, что в детстве один день тянулся вечно, а теперь неделя пролетает, как один миг? Почему, когда мы были детьми, лето казалось бесконечным, а теперь месяц исчезает, даже не успев начаться? Что вообще происходит с нашим восприятием времени? Ответ прост. Наш мозг замедляет восприятие времени, когда мы взрослеем. Вот три главные причины, почему время кажется быстрее с возрастом. Первая причина – это соотношение прожитых лет. Когда тебе 5, один год – это огромная часть твоей жизни. Это целая пятая часть. Но когда тебе 30, год – это всего лишь 30-я часть твоей жизни. Чем старше мы становимся, тем меньшую долю занимает один год в нашей памяти. Вот почему детство кажется долгим, а взрослая жизнь летит пулей. Вторая причина – эта рутина убивает время. Вспомни, как в детстве каждый день был новым. Первый день в школе, первый велосипед, первый снег, первый поцелуй. Новые впечатления создают больше воспоминаний, а значит, время кажется длиннее. Но когда ты взрослый, дни похожи друг на друга. Мозгу нечего запомнить, он начинает склеивать одинаковые события, и время ускоряется. Решение – это новые впечатления. Чем больше нового, тем медленнее идет время. Третья причина – это физиология мозга. Исследования показали, что нейроны у детей активнее. Их мозг перерабатывает информацию быстрее, что создает эффект, будто мир движется медленнее. С возрастом мозг обрабатывает данные медленнее, но нам кажется, что это мир ускоряется. Вот почему в детстве один день был долгим приключением, а теперь вся неделя пролетает в одно мгновение. Можно ли замедлить время? Да, исследования показывают, что новые эмоции и опыт растягивают восприятие времени. Хочешь, чтобы время шло медленнее, делай то, что никогда раньше не делал. Путешествуй, попробуй новое, выходи из зоны комфорта, и твоя жизнь снова замедлится. Если это видео заставило тебя задуматься, поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить еще больше крутых фактов.